І я хочу тобі сказати, що романтична атмосфера панує по всьому Миколаєві і завітала навіть до зоопарку. Я хочу навіть більше тобі сказати, що зоопарк оголосив ще цікаву акцію про те, що 13 та 14 лютого на День Святого Валентина є можливість у миколаївців, якщо ви закохана пара і можете це підтвердити, наприклад, пристрасним поцілунком, можете прийти по одному білету. А також, якщо ваше ім'я Валентина або Валентин, ви, надавши документи, маєте можливість також в цей день пройти безкоштовно до зоопарку. Ти знаєш, Тютюню, я розумію, що хочу стати валюхою. Валюхою? Так. Валюха. От саме знаєш, валюхою. Пам'ятаєш серіал «Свати», в якому була валюха? Оце ми зробимо з тебе валюхою і підемо до зоопарку. Я думаю, що, мабуть, простіше бути закоханою парою, поцілуватися на вході до зоопарку і надати лише один квиток. Ну, не знаю. Я подумаю. Подумай. Поки Інуся думає, ми пропонуємо вам наступний сюжет, який на 100% пов'язаний із зоопарком, а точніше за Акватеріумом. Дивимося. Підводне царство і його строкаті мешканці у Миколаївському зоопарку розселилося у 18 великих акваріумах. Тут рибки з різних куточків світу – Азія, Австралія, Південна та Північна Америки мають своїх представників у Миколаєві. Інші жителі цього відділу захопили аж два павільйони зоопарку. В відділі приматів і в відділі акватеріуму у нас одержаться животні – це представники рептилій і земноводних. Тобто на приматах у нас одержаться більша частина все-таки рептилій, тому що тут можна встановити великі акваріуми, довольно об'ємні, світлі, і в них можна розмістити іменно крупних животних. Найповажніші за розмірами тут, звичайно, алігатор Вася, якому вже понад 60 років, і сітчастий пітон Афродіта. Це крупне животне, в общем-то, ну, як Вася, у нас, наверное, єдиний представник так довго живучий в зоопарках України. Він занесен в Книгу рекордів Гіннеса, в общем-то. Это любитель, ну это любимец очень многих людей, которые приходят в зоопарк, потому что уже столько лет, сколько он у нас живет, то некоторые, скажем так, и выросли рядом с ним и приводят уже своих детей, а кто-то и внуков приводит и показывает, рассказывает про этого Васю. Минулого року до цього відділу прибуло поповнення. Більше 50 особин, понад 20 видів. Это было очень серьезное пополнение, потому что нужно было предоставить этим животным и помещение, и задекорировать эти все емкости, и так, чтобы людям было приятно посмотреть. И, в общем-то, животные довольно интересные. Многие из них предоставлены, конечно, одним полом, то есть это либо самец, либо самка. У нас есть возможность найти для них пару и, возможно, получить какой-то молодняк. Ну, в принципі, ми навіть вже від получених животних отримали приплод. Тобто у нас на день народження зоопарка полоза зробили нам подарок. Дані малыши у нас зараз підростають і вже чекають якихось, очевидно, своїх нових домиків. Тут не утримуються агресивні тварини. І з більшістю, крім, звісно, крокодила, працівники зоопарку контактують безпосередньо і вважають своїх підопічних дуже розумними і слухняними. І достатньо їй сказати, що отойди, або там якісь свої маневри провести возле цього животного, воно розуміє, що йому потрібно зробити, воно може відвернути голову, і маніпуляцію можна робити непосередньо рядом з ним. І навіть якщо це животне ліняє, можна почистити шкуру спокійно у самого крупного животного без проблем. Але, спостерігаючи за цими істотами, чимало людей у своєму ставленні до них керуються міфами. І тільки при ближчому знайомстві змінюють свою думку про них. Холодна, противна, мерзка. От такі були епітети по поводу животних. Ну, коли достаєш животне з тераріуму, допустим, возьми потрогай, возьми погладь. Это, конечно, длительный процесс, когда человек пальчиком прикоснулся, потом начинает рукой и начинает удивляться. Оно ж теплое, оно же не мокрое, оно же не противное. Найбільш спостережливих відвідувачів очікує чимало неймовірних відкриттів. Если понаблюдать, достаточно долго постоять, понаблюдать за животными, то
можно умиляться и умиляться и умиляться, потому что особенно вот, ну сейчас, допустим, животные так в спячке, сейчас у них будет кормежка. После кормежки, если за ними понаблюдать, то у них у всех уже свой какой-то выработанный мацион идет. Они покушали, вот, допустим, вот эти вот черепахи, они, как правило, они очень активны, это дневная черепашка, они любят кушать, любят купаться, у них после кормежки обязательно они лезут в горы, потом идут в водоем, они там купаются, то есть у них какие-то мационы. То есть если понаблюдать, то, в принципе, это аналогично, как если бы мы поехали на природу понаблюдать за птичкой, за ящеркой, за каким-то кузнечиком. Давайте ближче познайомимось із найцікавішими представниками цієї колекції. Это тигровые питоны, да, это молодая пара. В свое время они поступили к нам из Харьковского зоопарка. Они были очень маленькими, то есть где-то они были в возрасте месяца, полутора, наверное. Сейчас им уже больше 3 лет. То есть, в принципе, в ближайшее время, в этом или в следующем году, мы уже можем ждать приплода от этой пары. І з цією парочкою у зоопарку трапилася доволі цікава історія. Когда только сделали вот эти ящики, ну как бы делала организация, которая не связана с животными, и вот эти вот вентиляционные решетки, они были установлены, ну, как нам казалось, довольно крепко, хорошо, мы их проверили, было все замечательно, но вот когда мы их пересадили в новый террариум, утром мы их искали в отделе приматов по полу, так как ребята выдавили просто решетку и ушли. Девочки, конечно, их разыскали, вернули обратно, но нам пришлось, как говорится, заново пройти все террариумы, все проверить. Велетенські амфібії, маленькі дракони, рептилії-старожили та чимало інших мешканців акватераріуму стануть героями наших наступних програм. Тож виглядайте їх на своїх телеекранах вже найближчим часом. Дорогі друзі, неспроста ми заговорили про зоопарк, неспроста ми заговорили про 14 лютого, тому що до нашої студії вже завітала гостя, яку ми раді вам представити. Ну і, звичайно ж, я сідаю вже на диванчик для того, щоб поспілкуватися. А я хочу гостя представити. До нас завітала Юлія Орлова, науковий співробітник Миколаївського зоопарку. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Отож, привіт, все ж таки, достатньо таки цікавий. Ми говоримо про 14 лютого, але запрошуємо зоопарк. Поясніть нашим телеглядачам, чому. Здравствуйте всем. Действительно, в преддверии праздника 13 и 14 февраля Николаевский зоопарк приглашает всех влюбленных пройти по цене одного билета на двоих, предъявив свои чувства, ну, например, страстным поцелуем. А посетители с именами Валентина Валентина, как вы говорили, вход бесплатный, именно с документом, удостоверяющим личность. Что у нас будет? Советуем прийти 13 числа. Экскурсия по зоопарку начинается в 11 часов. Это праздничная экскурсия, потому что мы праздник устраиваем не только для посетителей, но и для наших питомцев. В 11 часов посетители могут покормить, участвовать в кормлении хищных кошек, будут делаться сюрпризы именно руками юнатов и посетителей в большие коробки, которые и вы нам предоставили. Мы будем кидать мясо, что-нибудь вкусненькое, дети будут подписывать валентинки и будут даваться пумам, леопардам, рысям, тиграм. В 11:30 животные акватерариума получат праздничное кормление, в 12 самое интересное, подарки, это золотые ключики из теста, которые испекут юнаты, а также домики получат приматы. Как раз вы знаете, 2016 год, это, да, символ, это Николаев, символ года, и посетители не только могут покормить, это называется обогащение среды обитания, именно интересная подача корма, вручить ключи от новых таких домиков, гнезд, которые сделали детки, но и выбрать для себя символ года. У нас очень интересные обезьяны, например, и влюбленные пары, можно даже сказать, вот, да? Как раз о влюбленных парах хотелось бы узнать, во время экскурсии будете рассказывать, кто же там влюблен и у кого семьи? Ну, конечно, каждый год мы проводим именно экскурсию влюбленные пары Николаевского зоопарка. Например, мандрилы Сеня и Соня, у них семейный стаж 12 лет, у них есть 7 детей, которых зовут Салли, Сима, Сэм, Сара, Санди, Селфи, детеныши очень... А почему так на «С» все?
Ну, вот так придумали. Ага. Сеня у нас француз, он приехал к Соне, очень интересная пара. Ага. Следующая пара — это Сиам Мангов, Тао с Франции, Теркина с Австрии, Тиса, дочка, которая была рождена в 2011 году, и детеныш у Тиса, у Теркина на животике, он родился 9 октября именно прошлого года. И действительно, это очень завораживающее и очень интересное чудо — посмотреть малыша. Угу. Следующие пары, например, Капик, это Бурый Капуцин и Капик и Кулема. У них тоже много детенышей. Что еще интересно, а вот Теркина и Таос, у них стаж, скажем так, семейной жизни 5 лет. Угу. Идем дальше. Это да, среди вот еще где, да, вот уже не в этом семействе, где еще пара. В семействе кошачьих вот как раз вчера наблюдалось, к нам 10 мая в том году приехали снежные барсы, вы знаете, Гаспара и Таши. Угу. И мы вчера снимали, как Гаспар заигрывал к Таше. Это первое такое ухаживание как раз. Мурмуркись-кись. Да, в преддверии Дня Святого Валентина. Самые редкие кошки мира, одни из самых редких, это амурские леопарды, Ева из новосибирского зоопарка, Рая из Чехии, двое детенышей, которые рождены в том году, амурские леопарды, вы их как раз покормите. Раю. Раю. А то я теж думаю, Ева, Рая, думаю, обана. Евроинтеграция. Как дети взялись, да? Да, у нас вот много таких пар, именно международных. Самая известная пара, но они еще молоды, это Нанук и Зефирка, наши белые медведи. Очень много именно и сюжетов. Мы их любим. У нас вот как раз был цикл «Звериные забавы». Делали большой торт, прислали нам вкусности крестные мамы Нанука из Чехии и из Германии. И вот из этих вкусняшек сотрудники отдела сделали вкусный торт. Так что действительно, а вот 13-14 вы приходите, вы можете покормить. Это первое. Второе, еще я не сказала, у нас есть ворота Тории. Что это такое? Ворота Тории, да? Это вы знаете, такие священные японские ворота. Угу. Самые известные, они находятся в Киото и еще в одном городе в Японии. Но у нас эксклюзивные ворота, так как есть там иероглиф «Вечная любовь». Влюбленные, например, приходят на экскурсию 13-го, потом можно прийти 14 февраля сфотографироваться около ворот Тории и вечно друг друга любить. Вот так. А еще загадать желание символу года. Ну, я хочу подсказать, да, вам еще идею, кстати, можно выездные церемонии прям таки там делать. Выездные церемонии, да, из зоопарка. У нас еще одна, я так понимаю, тоже пара. Тоже пара, да, ну, мы же зоопарка, поэтому мы приходим не сами, это такой брюхоногий, сухопутный брюхоногий. Да, это же руки тянем, Пожалуйста, можно, да? Можно достать. Это сухопутный брюхоногий моллюск хатина. Это самое сейчас... Пойдет? Да, ну, немножечко отлепить надо. Ой, я боюсь, до 15-20, чтобы я его не повредила. А то мне до 15-20 сантиметров, родина восточная Африка. Легко содержать в домашних условиях. А что интересно, сейчас вы держите моллюска, да? Вы сидите в студии, но, можно так сказать, вы сидите в косметологическом кабинете, потому что этих моллюсков используют как косметологическое средство. Вот эта слизь, как раз если ее потом подержать 15 минут, это как раз функции регенерации клеток кожи и делают на личико. Ну... Я думаю, чему в зоопарке все такие молодые? Да, вот, но мы не пользуемся такими услугами. А вот в Чили, Бразилии, во Франции, в Германии делают кремы, вытяжки, но это не гуманно. А вот гуманно просто посидеть, Петюня, пообщаться с таким животным. Мы его натираем. Подивите, как вы открываете. Ой. Мы так уж доверилась. Да, ну смотрите, в преддверии Дня Святого Валентина, вот как раз вы можете посмотреть, это кладка ахатин, но кладка вообще состоит из 200, даже 300 подивите яиц. Подивите на кладку, дорогие глядачи. Це дитинчата майбутні. Ні, да, це майбутні дитинчата. Через какое-то определенное время кладки, как я сказала, 200-300 яйца. Что интересно, это не икра, а именно яйца со скорлупой. Угу. Так что, если хотите маленьких улиток, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы вам подарим очень много, 100-200. И у вас будут... Да, кстати, где вы их деваете, такое количество их же рожается? Ну, мы детки, юнаты у нас многие, просто... В так основном же, раздаете, да? Скажем так, каких размеров может вырасти? 15-20 сантиметров, ну там 15, а так в среднем 10. Вот если хорошо кормить... То есть на всю ладонь можно? Да. Ого! Любят влажные корма. Что входит в влажные корма? Это фрукты, овощи, например, огурцы, кабачки. Людей не едят?
Нет. Это не важный корм. Разные мини, как бы формирование панциря, необходим кальций, разные подкормки. Так что. Что вообще вот интересного еще они могут, кроме того, что вот такая интересная кладка, и сколько интересно будет вот кладка лежать еще, вызревать яйца будет сколько? Там есть определенные сроки, это в зависимости от температуры, ну, через несколько недель, если благоприятные условия, скажем так, вылупятся маленькие улитки. А их нужно от родителей забирать как-то и уже отдельно, да, вызревали, чтобы они... Ну, по-разному, можно именно в содержательстве. Я чувствую такое чувство, как вроде бы меня он не кусает. Ну, вы будете молоды и красивы, потому что вот такой косметологический момент. Вот Николай... А скажите, пожалуйста, он вот это меня как-то, ну, не грызет, а такое чувство, как вроде бы... Он ползет по тебе, Витя. Не, у меня такое чувство, где вот у него ротик, как вроде бы... Я смотрю, вам понравились ротики, да? Как раз я еще напомню, что действительно День Святого Валентина. Всем приходить в Николаевский зоопарк, и мы вас также приглашаем. Вот сищенки, вы разумеете? Так, злякався. Я віддам його. Я так розумію, в мене хлопець? Чи вони взагалі ж без... Нет, у них есть как бы... Они вообще гермафродиты, у улитки есть и женские половые, мужские органы, но вот... Ну, будемо думати, що в мене чоловік все ж таки більше. Так, ось так, гляньте. Ну, дивіться, як мило. Отак, 14-го і 13-го та 14-го теж маєте можливість погратися, подивитися на звірів. Звичайно, в руки вам таких не дадуть, я думаю. Але все ж таки погодувати можна. Так, можна і подержати. Та ну досить. Тож ми дякуємо вам за те, що сьогодні завітали до нас з такими ось друзями. Провели косметичну процедуру.